с огурцом по народному календарю связан нынешний год. И именно этому овощу была посвящена ежегодная 18-я выставка-ярмарка «Золотая сотка». Так случилось, что вместе с книгами античных классиков, французских просветителей, декабристы привезли в Забайкалье и пару книг по растениеводству и садоводству. Они и стали первыми забайкальскими дачниками. С тех пор прошло много времени, но вырастить что-то на нашей земле не стало проще. Тем не менее, каждый год приезжающие на выставку садоводы и огородники удивляют все новыми и новыми изысками и достижениями растениеводства. Мы нынче представим вам, как наши дачники выращивают разные овощи. И вот никогда у нас в Забайкалье не было, чтобы у нас растут дыни, растут у нас арбузы, растут. Ну, чтобы был арбуз желтый, вкусный красный, у нас можно все. Вы знаете, у нас мы увидели этот раз клубника. Клубника, 12 сортов клубники, это семья Осиповых. Впервые в Забайкалье мы выставляем женщину с саженцами, которыми можно озеленять дачные участки, город, поселки, районные центры нашими саженцами. Это Зиновьева Галина Николаевна. Сюда приезжают садоводы и огородники не только из Читы, но и из Улетовского, Колганского, Балейского, Красночекойского, Нерчинского районов. Гуляя по выставке, увидишь много интересных экспонатов. Но пройти мимо такой диковинки, как желтый арбуз, и не узнать о секретах его выращивания просто невозможно. 15 год растет, но нынче прохладно, вон видите, маленькие арбузы получились. А так, позапрошлым году где-то самый максимальный у меня 12500 было. У меня корни под пленкой растут. Навозе. И это. А плети на пленке получается. И вот она всегда как корням тепло. И арбузы растут сами. Поливаешь и собираешь. Технологии для лентяев. Большинство участников здесь не ради получения приза, однако номинаций в «Золотой сотке» много. Каждый может примерить на себя гордое звание рационализатора, ландшафтного дизайнера или чемпиона сада. Для многих это просто хобби, которое обязательно принесет свои дивиденды уже зимой в виде полного погреба вкуснейшего варенья или хрустящих огурчиков на новогоднем столе. Антон Матушевский, Сергей Рычков, «Время новостей».